Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Я в горах. Хочу вам показать нашу уральскую природу. Посмотрите, полюбуйтесь. Это гора Столбы. Высота ее 1026 метров над уровнем моря. Находится она недалеко от села Терлян, в 10 километрах. Очень интересная гора, с нее открываются красивые виды на юг, на восток. Но сегодня я на вершину не полезу. Врачи мне пока запретили нагрузку. Так что мы посмотрим снизу. На ней раньше стоял маяк, геодезический знак. Ну, сейчас его уже нету. Бревна только от него остались. Многие друзья мои бывают здесь. Мои подписчики были. Внизу вот растет альпийский горец. Вот он, друзья мои. Ну, это травка такая кисленькая. Мы называем ее кислянка. Ну, вот так, друзья мои. Мы в горах снова. Ну, спасибо, что были со мною. Всем счастья, здоровья, добра, удачи. Берегите, друзья мои, себя. Все будет хорошо. С вами был Владимир. Пока-пока.